Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную кофточку для девочки на 1-1,5 годика. Длина по обхвату груди у меня 51 сантиметр. Длина внутреннего рукавчика 19 сантиметров, если вы сделаете отворотик, и 21 сантиметр в развернутом виде. Длина общего изделия 34 сантиметра. Далее у меня основного цвета розового ушло почти моточек. И где-то по полмоточка ушло еще два цвета. Это в общей, скажем так, сумме. Плюс вам понадобится 4 пуговички. У меня это застежка на 4 пуговичках. Можно сделать на общую длину полностью кофточки. Это уже смотрите вы, зависит от вашего желания. Будем вязать 3 гланчика. Делает расширение юбочки, то есть она у нас такая вот пальтишкообразная получилась. Можно сделать кокеточку немножечко повыше. Вот, соответственно, делаете пуговички с промежутком немножечко меньше, чем у меня. Итак, кому понравилось, не забудьте лайкнуть, и приступаем к вязанию. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать фирму Lanosa, серия Minty. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Два вида спиц. Это чулочные и круговые номер 3. Чулочные нам понадобятся для того, чтобы вязать бесшовные рукавчики. Можете, в принципе, использовать только круговые. Также нам понадобятся две булавочки-держатели для рукавчиков с открытыми петельками. Также можете их заменить на ниточку с иголочкой, нанизав открытые петельки на ниточку. Также нам понадобятся еще ножнички, крючок и 4 булавочки, либо 4 маркера, либо 4 кусочка ниточки контрастного цвета, которыми мы отметим наши регланные линии. Для вязания двух нижних ярусов я буду использовать такую же абсолютно пряжу по составу и метражу. Единственное, что будет у меня еще два дополнительных цвета. Для начала я хотела бы вам рассказать немножечко о своих расчетах, исходя из которых я буду вязать в дальнейшем кофточку. Связав небольшой образец спицами и пряжей, которыми буду вязать в дальнейшем изделие, у меня получилось, что в 10 сантиметрах 25 петелек. То есть, исходя из этого, в 1 сантиметре 2,5 петли. Теперь нам нужно знать обхват шеи ребенка, у меня это 24 сантиметра, и обхват груди, или окружность груди, как проще, 48 сантиметров. К этим сантиметрам я добавляю по 2 сантиметра на обхват, то есть облегание, прилегание обычно добавляют. И дальше нам нужно знать длину рукава и длину изделия. Пока я здесь ничего не насчитала. Почему, объясню? Потому что длина рукава может быть различная. Это может быть как 3 четверти, как по косточке, так и может быть с отворотиком. То есть, исходя из этого, вы уже ориентируетесь на длину, которую хотите вы. И нам нужна длина изделия, с которой я также пока не определилась. Объясню почему. Потому что кофточка может быть, скажем так, ниже пояса линии, может быть как пальтишка удлиненная, может быть на полпопки. Вот здесь вы уже смотрите сами, насколько хотите длинное вы, скажем так, изделие. И теперь, исходя из количества петель в 1 сантиметре и окружности шеи, мы будем рассчитывать петли для реглана, которые будем увеличивать до 50 сантиметров окружности груди. 26 сантиметров наших мы умножаем на количество петель в 1 сантиметре и получаем 65 петель. Так как 65 это нечетное количество, я люблю, чтобы было четное. А еще лучше, чтобы это количество петель делилось на 3. У меня это 66, в принципе, и четное, и делится хорошо на 3, по 22 петли. Плюс к этим петелькам мы должны добавить петли планки, так как петельки мы делаем на одной планке, а пуговички пришиваем ко второй планке. Они накладываются друг на друга, и нам, чтобы не забрать петли с шеи обхвата, нам нужно их добавить. Вот как раз таки я добавляю 5 петель для планки и кромочная петля, то есть 6 петелечек. 66 плюс 6 у меня получается 72 петли, которые я должна набрать изначально. Из этих 72 сразу убираем 6 петель пока и смотрим, у нас 66 петелек, которые мы должны распределить на реглан. Что мы делаем? Мы эти петельки делим на 3. У меня как бы четко получается по 22 петли. Если у вас не четко получается, то берем 2 целые части на спинку перед, и уже третья часть мы потом, я вам расскажу, куда деваем. Итак, смотрите, первая часть обязательно это спинка. 22 петли. Записываем 22 петли. Дальше на перед нам нужно 22 петли разделить на 2 полочки, из которых состоит наш перед, так как есть петли планки, застежка.
И обязательно в эти петли переда, 22 петли, должна входить одна планочка. То есть, смотрите, у меня, если поделить 22, убрать с них 6 петель для нашей планки одной. И вторую часть мы делим напополам. У меня получается 16, делим напополам по 8. То есть 8 петли одной части переда, 8 петли второй части переда, это 16. И петли одной планки, 6 петель, это и получается 22 петли. Петли второй планки у нас дополнительно уже входят. И теперь мы третью часть нашу, как раз таки, ту, о которой я говорила, куда мы деваем, мы делим на 2 равные части. То есть, смотрите, 22 делим на 2, получается по 11. Из этих 11 петелек мы убираем по 2 петли, это линии реглана с одной и с другой стороны, и получается 9. То есть 9, 10, 11 с одной стороны часть первая, 9, 10, 11 с другой стороны часть вторая. То есть вот она наша третья часть, деленная напополам. Это наши рукавчики. Первая часть спинка, вторая часть перед поделена на полочки и одну планку. Вторая у нас добавлена в 72 петли, а не в 66. И третью часть мы делим ровно пополам, из которой забираем 2 петли. Это линия реглана с одной и с другой стороны, и 2 петли с другой стороны. Это третья, четвертая линия реглана. По центру это петельки для рукавчика. У меня их по 9. То есть вот исходя из этого мы и будем расширять регланчик. Для начала мы наберем 72 петли, которые начнем вязать. Первую петельку и вторую я набираю на одну спицу. Затем приставляю вторую и набираю еще 70 петель. Для чего я набрала 2 начальные петли на одну спицу? Для того, чтобы не были просто они растянуты. И продолжаем набирать самым удобным, самым обычным для вас способом. После того, как набрали петельки, вытаскиваем свободную спицу, на которой нет начальных петелечек. И начинаем вязать первый ряд. Первый ряд я начну вязать с первой самой петли. В дальнейших рядах я первую петлю буду снимать непровязанной. И начальные несколько петелек я провяжу за 2 ниточки. За рабочую и за хвостик наборочной косички. Итак, вяжем, начиная с первой петли, все петельки лицевые. Последняя петля ряда – кромочная петля, поэтому буду я ее вязать изнаночной. Довязав до конца ряда, последняя петля изнаночная. И благодаря тому, что мы набрали первые петельки на одну спицу, посмотрите, какая у нас аккуратная крайняя петелька. Теперь разворачиваем на второй ряд, первую петлю снимаем и дальнейшие все петельки вяжем также лицевыми. Последняя петля второго и всех последующих рядов у нас также продолжает быть изнаночной. Так я провяжу второй ряд лицевыми петельками и третий ряд. Довязав третий ряд, разворачиваем на четвертый и смотрим. У нас вот здесь вот в начале вязания такая вот красивая косичка с одной стороны и с другой стороны вот такие вот рубчики. Я хочу, чтобы четвертый ряд это был у нас четный, получается, лицевой ряд. Вот такая красивая у нас косичка будет с лицевой стороны. И так как это лицевой ряд, то сейчас в четвертом ряду в конце ряда мы должны будем сделать петельку для нашей пуговички. То есть вот, смотрите, разворачиваем горловинку. Петельки для пуговички у нас должны быть с правой стороны. Вот она наша правая сторона, сейчас это конец ряда. Поэтому сейчас первую кромочную петлю снимаем и вяжем все лицевые петельки до последних 6 петель ряда, то есть до нашей кромочной петли и 5 петель планки, на которых мы сделаем петельку для пуговички. Довязали все петельки лицевые до последних 6 петель ряда, это 5 петель планки и кромочная петля. Сейчас нам на 5 петлях нужно связать петельку для пуговички. Существует большое количество вывязываний петелек для пуговичек, но я вам покажу один из способов, которым пользуюсь сама. Итак, первую вяжем петлю лицевую. Дальше 2 следующие петли вяжем вместе одной лицевой. Затем делаем накид, 2 лицевые и кромочная последняя петля ряда изнаночная. Разворачиваем на 5 ряд. Кромочная первая петля у нас снимается. Дальше вяжем 5 лицевых петель. Первая лицевая, вторая лицевая. Дальше накид вяжем лицевой петлей. И дальше еще 2 лицевые петли. Вот так в дальнейшем мы будем вязать полностью все
петельки для кофточки. Вот этот накид у нас связался не перекрещенной петлей, то есть получилась дырочка. Вот такой петельки для пуговички достаточно для пуговицы диаметром где-то порядка 12 миллиметров, то есть этого более чем достаточно. По ходу носки петелька немножечко потянется, поэтому я вам рекомендую брать пуговичку немножечко больше, чем 1 сантиметр, вот, то есть где-то порядка 12 миллиметров. Вот. И теперь продолжаем дальше довязывать до конца ряда все петельки лицевые, так как сейчас это петли горловинки. Вот так продолжаем вязать все петельки лицевые этот ряд до конца. Кромочная петля, не забывайте делать в конце ряда изнаночную. И дальше свяжем еще один ряд лицевыми, лицевой и лицевыми изнаночный ряд. То есть этот ряд довязываем до конца и еще два ряда самостоятельно довяжите просто лицевыми петельками. Связали 7 рядочков платочной вязкой, и сейчас в 8 ряду мы начнем вывязывать наши регланные линии. Первый ряд наш будет, исходя из нашего распределения, вязаться так. Первые петли у нас для планки, первая кромочная, 5 лицевых петель платочной вязки. Мы будем так и продолжать платочной вязкой с лицевой и изнаночной стороны лицевые петельки вязать. Дальше 8 лицевых петель полочки первой. Регланная линия, 9 петель рукавчика первого, регланная линия, 22 лицевые петли спинка, 9 петель рукавчика между регланными линиями и 8 петель нашей второй полочки. Заканчиваться будет ряд точно так же, как и начинался, петлями для нашей планки и кромочная петля. Вот, смотрим на нашу схемку и вяжем первый ряд. Кромочную снимаем, дальше идут петли планки. 5 лицевых петелечек. Так и вяжем. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Связали. Дальше идут 8 петель первой полочки. Вяжем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь смотрим. У нас первая регланная линия. Как мы будем ее вязать? Делаем накид, дальше вяжем одну лицевую и после нее делаем снова накид. То есть наша регланная петля по центру между двумя накидами с одной и с другой стороны. Теперь берем одну булавочку и отмечаем первую петлю. Нашу регланную первую петлю между накидами. Поехали дальше. 9 петель для рукавчика. Вяжем 9 лицевых после накида второго. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дошли до второй регланной линии. Петельку отделяем с двух сторон накидами. То есть делаем накид. Дальше вяжем регланную одну петлю лицевой. И делаем второй накид с другой стороны. Снова берем булавочку и отмечаем вторую нашу регланную петлю. Вот так. По центру между накидами наша регланная петля. Теперь после второго накида нам нужно провязать 22 петли лицевые для спинки. Поэтому вяжем 22 лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22. Связали 22 лицевые петли спинки. И снова у нас регланная третья линия. Делаем накид. Вяжем одну лицевую. И после нее делаем второй накид. То есть нашу регланную третью линию мы отмечаем булавочкой между двумя накидами лицевую петлю. Это и есть наша регланная петля. Теперь у нас 9 петель второго рукавчика, поэтому после второго накида вяжем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Связали 9 петель рукавчика и снова регланная линия. Делаем накид,
вяжем одну лицевую и после лицевой делаем второй накид. Отмечаем четвертой последней булавочкой четвертую регланную линию. И дальше нам нужно связать петли второй полочки, то есть 8 лицевых. После второго накида вяжем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И до конца ряда у нас остается 5 петель планочки, 5 лицевых и кромочная петля изнаночная. Вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и кромочная петля изнаночная. Разворачиваем на второй изнаночный ряд. И смотрим. У нас отмечены 4 булавочками 4 регланные петли, между которыми, перед которыми и после мы делаем накиды. То есть с обеих сторон у нас эта регланная петля будет всегда с лицевой стороны отделена вот такими накидами. Раз, дальше 2, накид, лицевая, накид. Третья линия, накид, лицевая, накид. И четвертая линия, накид, лицевая, накид. Вот так будет с каждой лицевой стороны. Развернув на изнаночный ряд, вяжем уже следующим образом. Кромочную петлю снимаем. Дальше вяжем 5 лицевых петель нашей планки. 1, 2, 3, 4, 5. И всегда запомните, после кромочной и перед кромочной 5 петель мы вяжем и с лицевой стороны, и с изнаночной лицевыми петельками. Дальше у нас идут 8 петель первой нашей полочки. Смотрите, теперь как бы идем в обратном порядке против часовой стрелки. 8 петель полочки, поэтому вяжем 8 изнаночных, так как лицевая гладь с изнаночной стороны вяжется изнаночными петельками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Связали 8 изнаночных. Дальше у нас идет накид, изнаночная, накид. Вот смотрите, первый накид мы должны будем связать изнаночной петлей за дальнюю стеночку. То есть не за вот эту стеночку, а за дальнюю. Вот она у нас. Делаем ниточку рабочую перед работой и за дальнюю стеночку вяжем изнаночную петлю. Вот так. Вяжем как бы перекрещенный накид изнаночной петлей. Дальше изнаночную петлю так и вяжем изнаночной. А следующий накид после изнаночной мы будем разворачивать. Как будем разворачивать? Смотрите, снимаем правой спицей вот так вот. Как бы поворачивая, одеваем, возвращаем обратно на левую спицу. Ниточка перед работой и за переднюю стеночку, вот она, ближайшая стеночка, вяжем изнаночной петлей. И именно так в каждом ряду изнаночной мы будем регланную линию вывязывать вот таким вот образом. Для того, чтобы с лицевой стороны у нас красивыми зеркальными, скажем так, перекрещиваниями легли наши накиды. Теперь дальше смотрим. У нас 9 петель рукавчика. Так и вяжем 9 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И дошли до следующего накида. Первый накид, ниточку перед работой, вяжем изнаночной петлей за дальнюю стеночку. Дальше изнаночная петля вяжем изнаночной над изнаночной. Следующий накид, второй, мы снимаем непровязанный на правую спицу и поворачивая одеваем обратно. Ниточка перед работой и за ближайшую стеночку вяжем изнаночной петлей. Как бы в зеркальном отображении делаем перекрещивание изнаночных петель по обеи стороны изнаночной регланной петли, отмеченной булавочкой. Дальше дошли до 22 петель спинки. Вяжем 22 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Отсчитываем 22 изнаночные. Провязав 22 изнаночные, мы снова дошли до накида, то есть до нашей регланной третьей петли. Накид первый мы провяжем изнаночной за дальнюю стеночку. Ниточку перед работой ставим и вяжем изнаночной за дальнюю стеночку. Вот так. Теперь вяжем изнаночную над изнаночной. И следующий накид мы переворачиваем. То есть вот так вот снимаем непровязанными. И дальше у нас получается, смотрите, мы как бы раскрутили этот накид.
Ниточка перед работой и за переднюю стеночку вяжем изнаночной петлей. Теперь дальше у нас идет второй рукавчик. То есть нам нужно связать 9 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И снова дошли до накида, то есть до нашей четвертой регланной линии. Первый накид мы вяжем за дальнюю стеночку изнаночной петлей. Если вам неудобно вязать за дальнюю стеночку, то можете накид перекрещивать. То есть вот так вот перекрутили и связали как бы за ближайшую стеночку изнаночной. Если вам так удобнее, можете каждый раз поворачивать. Теперь изнаночную вяжем изнаночной и второй накид раскручиваем и за переднюю стеночку вяжем изнаночной петлей. Вот так. Перекрестили в зеркальном отображении, и дальше у нас до конца ряда остается 8 петель нашей полочки. Вот они у нас. То есть вяжем 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И дальше 5 петель лицевых нашей планки и кромочная петля. Вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 петля кромочная, изнаночная. Связали второй ряд. Если вы заметили, то второй ряд вяжется очень просто. Мы вяжем все петельки изнаночные. Накиды мы перекрещиваем, как я вам уже сказала в зеркальном отображении. Первый накид мы вяжем за дальнюю стеночку изнаночной. А второй накид мы раскручиваем. То есть он у нас перекрученный с изнаночной стороны. Мы его раскручиваем и вяжем за переднюю стеночку ближайшую изнаночной петлей. То есть просто вяжите. Можете не отсчитывать вот так каждый раз петельки. Они у нас будут увеличиваться с каждым рядом. То есть идет будет расширение. Каждый перекрещенный накид будет добавляться у нас к петлям полочки с одной стороны. Затем с одной и с другой стороны к петлям рукавчика. Петли спинки с одной и с другой стороны. Петли рукавчика с одной и с другой стороны. И петли нашей полочки второй. Петли полочек будут у нас увеличиваться тоже с двух сторон, но так как у нас есть планка, которая делит перед, то у нас на каждой полочке будет увеличиваться всего с одной стороны по одной петле и с другой стороны по одной петле. То есть, смотрите, можете не отсчитывать с изнаночной стороны, просто вязать все петли изнаночные, кроме первых 6 петель и последних 6 петель. Они у нас, как вы помните, 5 петель лицевых, петли планочки и кромочные петли. Первая снимаем, последняя провязываем изнаночной. Это в каждом ряду. И дальше просто от накида до накида мы вяжем все петельки изнаночные. Теперь что касаемо лицевого ряда. В каждом лицевом ряду у нас петельки будут увеличиваться по количеству, как я уже сказала. С одной и с другой стороны на спинке, на рукавчиках и только лишь с одной стороны полочки одной и с одной стороны полочки другой. Вот смотрим, кромочную петлю снимаем. Дальше 5 петель нашей планки. Они у нас от начала до конца вязания будут неизменны. Вот эти 6 петель начала ряда и 6 петель конца ряда. Кромочную снимаем и дальше вяжем 5 лицевых петель. 3, 4, 5. Дальше у нас, смотрите, было 8 петель в первом ряду, добавилась 1 петля с одной стороны, уже значит 9 лицевых. Вот вяжем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И дошли до нашей регланной петли. Вот она у нас отмеченная булавочкой, делаем перед ней накид, лицевую вяжем над лицевой и делаем второй накид. Дальше мы дошли до петель рукавчика. У нас было в первом ряду 9, добавилось по одной петле с каждой регланной перекрещенный вот этот накид с каждой регланной линии. То есть сейчас у нас 11 лицевых петель для рукавчика. Так и вяжем после второго накида 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Смотрим. Связали петли рукавчика и снова вот она отмеченная наша лицевая регланная вторая петля. Поэтому делаем перед ней накид, лицевую вяжем над лицевой и делаем после нее второй накид. Дальше петли спинки. У нас было 22 петли, добавилось с каждой стороны по перекрещенному накиду провязанному. То есть плюс 2 петли в каждом лицевом ряду добавляется.
24 петли лицевые нам сейчас нужно провязать после второго накида для спинки. Первая лицевая, вторая, третья, четвертая и так далее. Еще 20 петель нам нужно довязать до третьей регланной линии. Связали 24 лицевые и дошли снова до отмеченной нашей одной петли, то есть третьей линии реглана. Делаем перед ней накид, лицевую вяжем над лицевой петлей и после лицевой делаем второй накид. Дальше петельки рукавчика. 9 петель плюс по перекрещенному накиду с каждой регланной линии, то получается 11. Точно так же, как на первом рукавчике. Вяжем 11 лицевых после второго накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Дошли до четвертой последней регланной петли. Перед регланной линией делаем накид, лицевую вяжем над лицевой и делаем после нее накид. Затем у нас остается 8 петель полочки 2 плюс 1 добавленная петля, то есть 9 лицевых вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. До конца ряда у нас остается 5 петель лицевых, петли планки и кромочная изнаночная петля. Вяжем первую лицевую, вторую, третью, четвертую и пятую. Кромочная последняя петля ряда, изнаночная. И поворачиваем на четвертый изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем. Дальше 5 петель лицевых, петли планки. Это что неизменно. Из ряда в ряд 5 петель наших после кромочной и перед кромочной петлей последней лицевые. Дальше вяжем петли изнаночные до первого накида. Я знаю, что их у меня 9 пока изнаночных до ближайшего накида, но в дальнейшем это количество петель будет увеличиваться. Сейчас у нас первый накид, поэтому вяжем за дальнейшую вот эту, за дальнюю стеночку изнаночной петлей. Дальше изнаночную вяжем над изнаночной, а вот этот второй накид мы раскручиваем, поворачиваем и за переднюю стеночку вяжем изнаночной. Снова дальше вяжем все петли изнаночные до ближайшего накида перед следующей регланной петлей изнаночной. То есть просто вяжем изнаночные, дошли до первого накида. Первый накид мы вяжем за дальнюю стеночку изнаночной петлей. Можете перекручивать, как вам удобно. И затем среднюю петлю реглана мы вяжем изнаночной, а вторую вот здесь вот петельку перекрещиваем, то есть накид наш разворачиваем другой стороной, как бы раскручиваем, посмотрите, получается дырочка, и вяжем за ближайшую стеночку изнаночной петлей. Снова все петельки вяжем изнаночные до ближайшего накида. Первый вяжем за дальнюю стеночку, перекрещенной изнаночной петлей. Среднюю петелечку нашего реглана мы всегда будем вязать с лицевой стороны лицевыми петельками, с изнаночной стороны изнаночными петельками. И промежуточные петельки рукавчика, спинки, полочки переда будем вязать все петли изнаночные с изнаночной стороны и петли лицевые с лицевой стороны. Вот так продолжаем вязать изнаночными петлями. Я уже на петлях спинки дошла до спинки. И сейчас буду вязать третью регланную линию. Дошла до первого накида. Дальше ниточку перед работой ставлю и за дальнюю стеночку вяжу первый накид изнаночной перекрещенной петлей. Теперь среднюю петельку над изнаночной я вяжу так изнаночной и продолжаю по рисунку. Второй накид я раскручиваю и за переднюю стеночку вяжу изнаночной перекрещенной петлей. И вот посмотрите, у нас получается в зеркальном отображении перекрученные петельки накиды. Дальше у нас петельки рукавчика. Пока я знаю, что их у меня 11 изнаночных, но в дальнейшем у нас снова будет прибавление двух петелек, потому что сейчас мы перекручиваем накиды. Вот, и дошли снова до четвертой регланной линии. Ниточка перед работой за дальнюю стеночку вяжем первый накид изнаночной петлей. Изнаночную петлю мы так и вяжем над изнаночной. И второй накид мы раскручиваем и вяжем перекрещенной изнаночной за ближайшую стеночку. Дальше до конца ряда у нас остается 9 изнаночных, но это пока.
То есть мы должны все время вязать после последней линии реглана все петельки изнаночные до последних 6 петель. 5 петель перед кромочной петлей это лицевые петли с лицевой, с изнаночной стороны петли планки платочной вязкой. И кромочная последняя петля у нас изнаночная. И мы закончили вязать 4 ряд реглана. Разворачиваем и вяжем 5 лицевой ряд. В 5 лицевом ряду снова кромочную снимаем и 5 петель лицевых вяжем петли планки. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше у нас петли переда. Их было 9. Добавилась 1 петля, перекрещенный накид, поэтому у нас уже 10 лицевых. Так и вяжем 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И дошли до отмеченной регланной петли лицевой. Вот она у нас она. Поэтому делаем перед ней накид. Лицевую вяжем над лицевой и делаем после регланной линии второй накид. Дальше петельки рукавчика. У нас их было 9 изначально. Во втором ряду лицевом мы уже добавили 2 петли. Поэтому было 11. И сейчас в третьем лицевом ряду от начала, это получается 5 лицевой ряд от начала вывязывания реглана, мы сейчас снова добавляем 2 петли, поэтому получается уже не 11, а 13. Вяжем после второго накида 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Дошли до второй регланной линии. Делаем накид лицевую, вяжем над лицевой и делаем второй накид после лицевой линии реглана. Дальше дошли до петель спинки. У нас было 22 изначально, затем добавилось 2 петли, было 24. А сейчас добавилось еще 2 петли, поэтому мы сейчас должны связать после второго накида 26 лицевых петелек. Итак, начинаем вязать 1 лицевая, 2, 3, 4, 5, 6. И самостоятельно довяжите еще 20 лицевых. 26 лицевых уже провязали петли спинки и дошли до третьей линии реглана. Делаем накид, лицевую вяжем над лицевой и делаем после лицевой накид. Дальше петли рукавчика. Аналогично первому рукавчику у нас уже добавилось 2 раза по 2 петли, поэтому вяжем 13 лицевых петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Дальше дошли до 4 последней регланной петли. Делаем накид, лицевую вяжем над лицевой и делаем после лицевой второй накид. У нас к петлям второй полочки добавилось также 2 раза по одной петле. Поэтому сейчас у нас 10 лицевых петелек аналогично первой полочке. 1 лицевая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Довязали петли второй полочки. До конца ряда у нас остается 5 лицевых петель платочной вязки планки нашей. И кромочная последняя изнаночная петля. Вяжем 5 лицевых петель. Последняя петля изнаночная. И довязали 5 ряд. В 6 ряду, как и во всех предыдущих изнаночных рядах, все петли у нас изнаночные. Кромочную снимаем, 5 петель планки у нас лицевые, 1, 2, 3, 4, 5. Дальше все петельки изнаночные до последних 6 петель. Снова 5 лицевых, кромочная, изнаночная. Дойдя до первого накида, мы вяжем все петельки изнаночные. Затем первый накид мы вяжем за дальнюю стеночку изнаночной. Изнаночную вяжем среднюю над изнаночной. Вот как раз дошли до первого накида. Вяжем за дальнюю стеночку изнаночной. Дальше изнаночную вяжем над изнаночной. А второй накид раскручиваем. И за ближайшую стеночку вяжем изнаночной. Хотите, можете не раскручивать. Хотите, можете 2 раза вязать за дальнюю стеночку. Но если вы развернете на лицевую сторону, то у вас как бы будет такое вот искажение как бы нашей регланной линии. Так у вас красиво идет лицевая петля, и под нее как бы уходят
петельки вязания. Если вы будете 2 вязать за дальние стеночки, у вас здесь будет с одной стороны красивый уход под косичку, а здесь с другой стороны будут такие вот как бы волны, букли ухождения, скажем так, рисунка уже как бы в другую сторону. В общем, волны будут. Это некрасиво, поэтому я буду вот так вот разворачивать в зеркальном отображении все петельки. Все остальные петли промежуточные между накидами мы вяжем изнаночные, с изнаночной стороны. То есть вывязываем изнаночную гладь. Дошли до первого накида, за дальнюю стеночку вяжем изнаночную петельку. Вот так вот первый накид, как бы перекрученную изнаночную петельку. Дальше среднюю петлю изнаночную мы вяжем над изнаночной. И второй накид мы раскручиваем и вяжем за ближайшую стеночку второй изнаночной петлей. Дальше снова до ближайшего накида вяжем все петельки изнаночные. Вот так в дальнейшем я буду уже вам не показывать изнаночный ряд. Не забываем разворачивать в зеркальном отображении наши накиды и провязывать перекрещенными изнаночными петлями для того, чтобы красивой регланной линией была наша с лицевой стороны лицевая косичка, состоящая всего лишь из одной петельки. И под нее будет плавно уходить вязание, делаться прибавление, расширение до окружности груди. Вот снова дошли изнаночными петельками до ближайшего накида. Первый накид мы вяжем за дальнюю стеночку изнаночной. Дальше средняя изнаночная петля с изнаночной стороны. И второй накид мы разворачиваем, раскручиваем и за ближайшую стеночку вяжем вторую петлю, накид изнаночную. И снова до последней четвертой регланной линии вяжем все петельки изнаночные. Дойдя до первого накида, мы свяжем за дальнюю стеночку. Дойдя до второго накида, мы свяжем раскрученным за ближайшую стеночку. Обязательно не забывайте перекручивать второй накид, как бы раскручивать, для того, чтобы нам его было можно перекрестить в зеркальном отображении. Вот так. Вяжем изнаночной. И дальше у нас до конца ряда остаются до последних 6 петель все петли изнаночные. Предпоследние, скажем так, 5 петель это лицевые петли нашей полочки. Ой, планочки, простите, полочку мы вяжем изнаночными петлями. Петли планочки у нас 5 лицевых и последняя 6 петля ряда кромочная, изнаночная. Вот так вот. Дальше продолжаем вязать снова прибавление в лицевом ряду. Если вы сейчас посмотрите, то в лицевом ряду у вас четко видны уже вот такие вот косички, где вы отметили булавочкой. Вот такие вот красивые лицевые косички. Одна, вторая, и с другой стороны третья и четвертая. На камеру, возможно, немножечко бледновато, скажем, но в жизни, если вы посмотрите, уже их четко видно. И самое главное, не забываем перед этой косичкой и после делать по накиду. Раз, здесь второй раз, здесь третий и четвертый. Пока булавочки не снимайте, пусть вам будет хорошо, четко все видно. Итак, мы сейчас в 7-м лицевом ряду от начала распределения реглана. Кромочную снимаем, дальше 5 петель лицевых петель наших планки, платочной вязки. Дальше вяжем петельки лицевые. Уже можете не отсчитывать их, а просто вяжем лицевые до отмеченной лицевой косички первой линии реглана. Вот провязали последнюю перекрещенную вот здесь вот петельку лицевой. Дальше вот она косичка. Перед ней делаем накид, лицевую вяжем над лицевой и после нее вяжем второй накид. Дальше снова все петельки вяжем лицевые до следующей отмеченной регланной линии. Отмеченная наша булавочка, либо вы, возможно, ниточками. Но я думаю, что у вас уже даже не отмеченная, все видно хорошо. Вот так вот доходим лицевыми петельками до следующей линии. И дальше перед ней делаем накид, лицевую вяжем над лицевой. И делаем второй накид с другой стороны. Снова все петельки лицевые до следующей регланной линии. То есть продолжаем увеличивать количество петелек между регланных линий вот здесь вот, благодаря тому, что мы вяжем в лицевом ряду накиды, а в изнаночном ряду мы эти накиды вяжем изнаночными петлями для того, чтобы плавно их перенести в
промежутки между линиями. И продолжаем вот так вот вязать лицевые петельки с лицевой стороны, делать накиды с обеих сторон от регланных линий, а с изнаночной стороны перекрещивать эти накиды в зеркальном отображении, и все петельки вяжем, продолжаем изнаночные. Связали вот мы перекрещенную вот здесь вот петельку, последнюю лицевой, дальше делаем накид, регланную петлю вяжем лицевой, и с другой стороны не забываем делать также накид. Снова промежуточные петли, в данном случае это между 3 и 4 регланной петлей у меня петли рукавчика 2. Вот я их вяжу сейчас лицевыми петельками. И дальше дохожу до последней перекрещенной петли, делаю накид, регланную линию так и продолжаю вязать лицевой петлей и делать после нее накид. Дальше у нас остаются петли второй полочки, я так их продолжаю вязать лицевыми петлями до последних 6 петель ряда. Последние 5 петелечек я вяжу лицевые, или точнее сказать предпоследние 5 петелек, а последнюю петлю кромочную я вяжу изнаночной. Связали 5 лицевых петель планки, кромочная, изнаночная. Вот так мы и будем продолжать расширять наши, скажем так, части, каждую из частей полочки наши, рукавчики и спинку, до тех пор, пока не дойду до нужной окружности груди. Пока сейчас мы с вами провязали 7 лицевой ряд, я продолжу вязать где-то порядка до 40 ряда, то есть 40 у нас будет изнаночный, наше расширение. А затем я посмотрю, достаточно ли этого. После того, как мы сейчас свяжем, вот здесь вот вы если посмотрите от петельки нашей, первый изнаночный ряд, второй, третий, четвертый и пятый. Когда я дойду до вязания, скажем так, провязав 10 вот таких изнаночных рядочков, то есть мы сейчас провязали первый, второй, третий, четвертый, пятый, когда будет провязано 10 рядочков, я сделаю вторую петельку для пуговички. А пока продолжаю делать расширение в лицевых рядах, делаю накиды. Между вот здесь вот накидами у нас будет регланная линия. И все. Вот так вот мы продолжаем вязать накиды в лицевых рядах, а затем в изнаночных рядах эти накиды вязать перекрещенными изнаночными петлями. Вот за счет этого у нас и будет расширение. В 17 лицевом ряду расширения реглана нам нужно сделать вторую петельку. И как раз таки, если мы отсчитаем от первой петельки 10 изнаночных рядочков, сейчас в 11 ряду мы не довязываем 6 последних петель, это 5 петель планки и кромочную петлю. И на этих петельках сейчас мы сделаем вторую петлю для пуговички. Поэтому, довязав последнюю лицевую петлю нашей полочки, дальше у нас 6 петель идут последние ряда. Первую петлю мы вяжем лицевой, вторую и третью нам нужно связать вместе одной лицевой петлей. Я завожу за вторую петлю и вяжу вместе одной лицевой. Дальше делаю накид и довязываю до конца 2 лицевые и кромочную петлю, изнаночную вяжу. Сделав накид, разворачиваем на изнаночную сторону, кромочную снимаем и дальше вяжем 5 лицевых петель. 1, 2 лицевая, 3 лицевая это накид. Накид мы не перекрещиваем, вяжем просто лицевой петлей. И дальше еще 2 лицевые. Вот у нас появилась 2 петелька для пуговички, благодаря тому, что мы связали накид. И из-за того, что мы вязали 2 вместе петли одной петлей, то накид нам не добавил петельки нашей планочки. То есть их как было 5 и кромочная 6 петля, так и в изнаночном ряду их осталось 5 петель и кромочная 6 петля. Вот она у нас 2 петелька готова. И дальше продолжаем вязать изнаночный ряд до конца и делать снова расширение в лицевых рядах накиды. А в изнаночных рядах также продолжаем делать перекрещивание накидов, провязывая изнаночными петельками. И посмотрите, если вы разворачивали правильно накиды в изнаночном ряду, провязывая, то у вас получаются вот такие красивые ровные регланные линии. Вот они, смотрите, косичка центральная из одной лицевой петли, и плавно под нее уходит красивое вязание лицевой глади с одной и с другой стороны. И так каждая регланная линия получается очень ровной и красивой.
И в 37 ряду от начала вывязывания реглана также мы сделаем третью петельку для пуговички. То есть отсчитываем от второй петельки 10 изнаночных рядочков. И как раз таки, не довязав до конца лицевой 37 ряд, мы сейчас вывяжем третью петлю. Итак, первую вяжем лицевой, дальше вторую и третью вяжем вместе одной лицевой петлей, делаем накид, довязываем 2 лицевые и кромочная петля, изнаночная. Затем разворачиваем на изнаночный ряд, кромочную снимаем первую и дальше вяжем 5 лицевых петель. 1, 2 лицевая, 3 лицевая вывязываем накид и довязываем еще 2 лицевые петли. Вот она наша третья петелька готова. И дальше продолжаем, снова довязываем изнаночный ряд изнаночными петельками. Вязать нужно перекрещенными изнаночными петлями накиды. Затем разворачиваем снова на лицевой ряд и продолжаем делать накиды по обе стороны от регланной нашей линии. Связав расширение реглана до 40 ряда, то есть я сейчас нахожусь в начале 41 ряда, я решила довязать еще один ряд, лицевой и изнаночный ряд расширения. То есть смотрите, в лицевых рядах мы делали прибавления, в изнаночных рядах как бы закрепляли эти прибавления, распределяя в разные стороны по вот такой вот лицевой петле, провязывая с изнаночной стороны перекрещенными изнаночными петлями. То есть от начала самого вязания у нас сейчас провязано 47 рядочков вместе с горловиной. И если мы посмотрим на схемку на нашу, то получается, что каждую из частей мы расширили. Если мы к каждой части добавим 40 рядочков, то есть 20 лицевых рядов и 20 изнаночных, то у нас получается по окружности груди 124 петли, если мы уберем петли рукавчиков. 124, если я поделю на 2,5 петли в 1 сантиметре, то мне буквально чуть-чуть не хватает до окружности груди. Я решила как раз таки добавить еще один лицевой и еще один изнаночный ряд для того, чтобы полностью дойти до нужной окружности груди. И если мы увеличим каждую из частей на 40, получается 2 ряда, то на одной полочке с 8 петель у нас получится 29. На второй полочке у нас получится 29 петель расширения с 8 до 29. Петли планки нашей мы не тронули, так у нас и осталось по 6 с каждой стороны петли, по 5 петель для планки и по кромочной петле. Дальше петли рукавчика у нас с 9 петель увеличатся до 51 петельки с одной и 51 с другой стороны петли. И петли спинки увеличатся до 64 петель. Вот как раз таки с этих чисел нам нужно увеличить до нижних наших чисел, то есть вот, как я вам уже показала. И так как вы помните, мы брали регланные петельки с петель рукавчика, поэтому у нас эти регланные петли и пойдут в петли рукавчика. То есть, если мы сейчас прибавим спинку к полочкам и к планке к одной, то есть, как вы помните, вторую мы не считаем в окружность груди, так как она накладывается друг на дружку, то у нас должно получиться 29 петель одной полочки, плюс 29 петель второй полочки, плюс 5 петель планки и кромочная петля, то есть 6 петель, и плюс петли спинки 64. У нас должны эти петли равняться по окружности груди, если мы вот эту сумму нашу итоговую, то есть у меня это получается 128 петель, если мы поделим на количество петель в 1 сантиметре 2,5, то должно у нас вместиться окружность груди, которую мы задумали. У меня там получается с маленьким хвостиком, но, честно говоря, я так и хотела с небольшим запасом, чтобы наверняка кофточка подошла, скажем так, на данный возраст. И теперь, после того, как мы увеличим до нужной окружности груди, мы будем бросать петли рукавчика, в данном случае я буду бросать и петли вот здесь вот регланных наших линий к рукавчикам, и отделять спинку, соединять с полочками переда.
И так как у нас еще есть вторая планка, то к этим петелькам мы добавим еще 6 петель с другой стороны. Это петли симметрии второй планки. То есть итого у нас должно получиться 128 плюс 6. Это получается 134 петли на одной спице. Петли рукавчика, то есть 51 петля плюс 2 петли реглана, у нас уйдет на булавочку одну, и с другой стороны 51 плюс 2 регланные петли на булавочку вторую. Итак, я нахожусь в 43-м ряду в начале ряда, или же в 50-м от начала, с самого начала нашего вязания с горловинки. И сейчас я продолжаю вязать наши планочки точно так же платочной вязкой, поэтому кромочную снимаем дальше 5 лицевых, то есть как и вязали до этого. Теперь нам нужно провязать лицевыми петельками наши петли первой полочки. Как вы помните, их мы увеличивали до 29 петель, поэтому 29 петель лицевых мы так и вяжем до первой линии реглана. Связав первую полочку с планкой, берем булавочку и, начиная с первой регланной петли, переодеваем, отсчитывая регланную петлю, дальше средние 51 лицевую петельки первого рукавчика и вторую регланную петлю с другой стороны первого рукавчика. Полностью переодеваем эти 53 петли на булавочку. Хотите, по желанию, можете нанизать на ниточку где-то в иголочку. Нанизываем и вторую регланную линию на булавочку, застегиваем и подтягиваем удобным для себя способом. Мне вот так вот, например, удобно булавочку немножечко подвинуть. И все, смотрите, у нас должны петельки полочки первой совпасть по расстоянию с петлями для спинки. Как вы помните, на спинке у нас сейчас 64 лицевые, поэтому продолжаем вязать на рабочую спицу 64 лицевые петли спинки. То есть сразу же продолжаем после того, как переодели петли регланных линий и рукавчика открытыми на дополнительную вот здесь вот булавочку. И дальше просто продолжаем такими же лицевыми петельками вязать 64 лицевые петли нашей спинки. Дошли до третьей регланной линии, и теперь, начиная с третьей регланной линии, то есть с этой петельки именно, переносим снова на дополнительную булавочку петли реглана, и между третьей и четвертой регланной линии 51 петлю второго рукавчика. То есть всего нам нужно нанизать вместе с регланными линиями с одной и с другой стороны 53 петельки, открытые петельки на булавочку второго рукавчика. Доперенесли все петельки на булавочку и снова поворачиваем удобным для себя образом, чтобы у нас петельки спинки совпали на расстоянии с петлями второй нашей полочки. Вот так вот. Под булавочкой начинаем вязать вторую полочку также лицевыми петельками. Вот так продолжаем вязать. Хорошо, плотно затяните первую, вторую петельку. А затем продолжаем просто самым обычным образом довязывать лицевые петельки второй полочки. Затем у нас, как вы помните, 5 лицевых петель планки так и продолжают быть платочной вязкой и с другой стороны. И кромочная петля, изнаночная. То есть ряд довяжем до конца. Итого у нас в конце ряда отделились петли для рукавчика, и всего лишь остается, как мы уже посчитали, 134 петли между двумя планками, вот такими вот лицевыми петельками платочной вязки, которые мы вяжем с одной стороны с петельками для пуговиц и с другой стороны с петель, без петелек, а просто где будем пришивать пуговицы. Довязав лицевой ряд, разворачиваем на изнаночный и вяжем точно так же, как вязали до этого. Петли планки наши, затем все петельки изнаночные, так как у нас уже убрались накиды, регланные линии, у нас теперь просто между планками петли просто будут с изнаночной стороны изнаночные, с лицевой стороны будут лицевые.
То есть мы переходим на лицевую гладь, соединив полочки и спинку. У нас теперь прямое полотно, которое мы будем вязать, продолжать поворотными рядами. Обязательно вяжем петли планки, лицевые петли. Кромочную первую я продолжаю снимать. Последнюю я также буду продолжать вязать изнаночной, для того, чтобы у нас был красивый вот такой вот ровный аккуратный край. Довязав до конца изнаночный ряд, разворачиваем на лицевой и начинаем отсчитывать 9 рядочков, продолжать вязать лицевыми петельками с лицевой стороны и изнаночными петельками с изнаночной стороны. То есть нам нужно сейчас провязать 9 рядочков лицевой гладью и платочной вязкой на планочках. Поэтому кромочную снимаем, дальше вяжем, отсчитывая 5 петелек планочки лицевыми петельками. И дальше все продолжаем петельки вязать лицевые, это первый ряд. Поворачиваем на изнаночный второй ряд. Дальше третий лицевой, четвертый изнаночный, пятый лицевой, шестой изнаночный, седьмой лицевой, восьмой изнаночный и девятый лицевой. То есть 9 рядочков нам нужно продолжить вязать просто без изменения. Наши петли планочки и между ними просто лицевая гладь с лицевой стороны и изнаночная с изнаночной стороны. Довязав до конца 9 ряд, мы сейчас 10 ряд провяжем все петельки лицевые с изнаночной стороны. То есть мы сейчас будем вязать вот эту как бы платочную нашу вязку. Если мы посчитаем от последней петельки, то у нас получается первый изнаночный ряд, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. И осталось провязать всего буквально 2 ряда для того, чтобы сделать четвертую петельку для пуговички. Вот как раз таки до петельки четвертой мы должны провязать 2 изнаночных ряда. И после того, как сделаем петельку, свяжем еще 2 последних изнаночных ряда розовым цветом. Итак, разворачиваем на следующий изнаночный ряд и вяжем все петельки лицевые, то есть платочной вязкой. Так мы должны связать 1 изнаночный ряд лицевыми петлями, 1 лицевой ряд лицевыми петлями, 2 изнаночный ряд лицевыми петельками и лишь во втором лицевом ряду, то есть четвертом ряду, начиная с этого по счету, мы должны будем сделать четвертую петельку для пуговички. То есть кромочную снимаем и дальше вяжем все петельки лицевые. 4 ряда. Четвертый ряд мы не довяжем до последних петелек ряда, то есть нашу планочку, последних 6 петелек и кромочной вот этой вот петли вместе с планочкой нашей. Мы в четвертом ряду в конце ряда сделаем, еще раз повторюсь, петельку для пуговички. В конце четвертого лицевого ряда у нас как раз таки получается 10 изнаночный ряд после последней третьей петельки. И сейчас как раз таки настал момент, когда мы в конце лицевого ряда должны сделать последнюю четвертую петельку. Итак, первую вяжем лицевой из 6 последних оставшихся петелек. Дальше третью и вторую вместе одной лицевой петелькой. Сделали как бы убавление, дальше делаем накид, довязываем до конца ряда 2 лицевые и кромочная петля изнаночная. Поворачиваем на изнаночный ряд, кромочную снимаем и дальше вяжем 5 лицевых петелек. 2 лицевые это первые петли, дальше 3 лицевая это накид и еще 2 лицевые. Вот так мы сделали последнюю четвертую петельку и этот ряд мы довяжем просто лицевыми петельками, то есть по чередованию платочной вязки и в лицевых и изнаночных рядах мы так и вяжем лицевые петельки. И смотрите, если мы повернем вот так вот с лицевой стороны, у нас это получается первый изнаночный ряд после петельки. Мы должны связать после петельки 2 изнаночных ряда, поэтому довязав первый изнаночный ряд до конца, я свяжу еще один лицевой ряд лицевыми петельками и один изнаночный ряд лицевыми петельками. То есть платочной вязкой у нас в конце должно получиться 4 изнаночных ряда. Вот первый мы связали, второй. Далее я вяжу сейчас третий ряд и еще свяжу один четвертый ряд. И затем мы начнем вязать следующий лицевой ряд. То есть сейчас мы провяжем как бы изнаночный до конца, лицевой и изнаночный. А затем лицевой ряд мы уже начнем абсолютно другим цветом.
После того, как мы довязали нашу платочную вязку, посмотрите, я в последнем ряду, в конце ряда, уже ввела новый цвет. Кромочную петлю я уже провязала серым цветом и поменяла цвет по ходу вязания последних нескольких петелек. То есть вот он у нас получился безузелковый вот такой вот соединительный край ниточек. Это есть уже в предыдущих записанных видеоуроках, поэтому я вам не буду сейчас показывать, как я сменила ниточку. Хотите, по желанию, конечно же, можете сменить обычным для вас удобным способом. Не забудьте спрятать краешки ниточек по ходу вязания. И мы с вами как раз-таки закончили вязание на конце кокеточки, которая у нас вязалась розовым цветом. Мы сделали 4 петельки для пуговичек. Здесь мы будем пуговички на другой планке пришивать. И в следующей части мы с вами продолжим вязать низ кофточки и рукавчики. Поэтому до встречи во второй части, где мы с вами продолжим вязать кофточку.